Назара, сегодня свободный вид одежды в школе, последний день, праздник, типа, а это что не одеть? Предневогодний. Да потому что там дождик, надо перешивать, сынок. Ты что? Он надел такие джинсы. Ой, да. Это такое, да, обычную одевай. Вот, и спросили одеть что-нибудь, чтобы как бы по тематике к Новому году. Да, такое типа. И тоже позавчера написали буквально, Вика, понимаешь, вечером. Это же не обязательно, значит. Не, ну понятно, ну просто, чтобы подготовить ребенка к какой-то новогодней. А у многих уже есть. А, да? Ну мы же не знали, ну в принципе, да, ладно. Да. Седьмой класс уже, да. Какие костюмы? Иди уже. Не костюм, это просто шапка. Ну, поэтому я говорю, оденешь шапку, и тебя будет тоже, типа, Новый год. И типа, иди на мороз. Да. Так аж не потеряю нигде. Да, хорошо, обязательно потеряю. Ой, сегодня последний день учебы и каникулы. Почему? Потому что в конце дают самый ужасный листок. А, табель, сегодня будет табель. Только ж подойди к учительнице, бо ты же уйдешь с последнего конечно, урока. Конечно, обязательно не подойду, а будешь. Угу. Да, папа тебе потом даст сегодня. Чтобы потом я не умер вечером. Господи. Речевые этот, богатства или на свои умственные способности? На умственные свои способности, надеюсь. А что, не очень объясняешь? Нет, нормально объясню. Я думаю, ты поймешь. Так, я уже у Хатуночки, мы уже начинаем делать. Сейчас покажу, что у меня было. Ой, что было. Что было. Было, еще... девки, было. И так его любила. Ой, это какая-то другая песня. Песня с одной... Да, слова с одной, да, песни. Мелодия с другой. Это талант оттуда. Все, это мы сейчас меняем. В общем, вот как я сделала. Как Хатуна мне сделала. Хатуна. Все как нужно в этом году. Белый и серебро. Да. Цвета. Да. Чтобы не дразнить быка. Да. Вот так. Просто минимализм, красиво, нарядно и, по-моему, празднично. Вот так вот. Все, закончили мы. Ой, ты у меня мутненькая. Да? Угу. Потому что я скачу, наверное. Я тоже мутненькая. Все. Не знаю, видно было или нет. Да? На всякий случай. Дай попробую сфоткать тебя, если выйдет вор. Давай. А я, представляете, пока делала ногти, вспомнила, что мы каждый год... Ого, тут так цепляются. Да, сейчас так. Ага. Что мы это... Хатуна мне делает камушки, а этот раз мы забыли. Я вообще забыла. Блин, камушки. Шоколадную муфлю. А ну, дай мне попробовать. Ладно, прощаюсь с вами. На реснички. Что ты на нас глядя? Настя, что ты нас лякаешь? Ты же не будешь жить. Не сказала вам, что на реснички имелось в виду камушки ставит. Ставить, да, поставить. На белом тебя сфотографию. Давай, сейчас. Так, прибежала домой, девочкам ногти мои понравились. И купила тортик. Мы хоть и не католики, но сегодня свят вечер вроде. Сегодня ими будем. Да, сегодня ими будем. Я решила это, так как католическое Рождество, сделать какой-то мини-праздничный ужин скромный. То есть два салатика свободно. Так, и сейчас поставлю бульон на суп, курицу в духовку. Давай, Вика, маринуй крылья мой. Помогай давай, я не успеваю все сама. Голодная я, вы же небось тут трощите целый день, а я голодная. Папа голодный, я голодна. То а чё ж ты тогда не хочешь спешить? Ну, бы я не поняла, ты залетела, фурия. Я хотела. Я уже потихонечку накрываю стол. Салатики, селедочка. Тортик. Немножко. Уже и суп даже поставила, вон варится. А здесь по-быстрому макароны варятся. Сварю. А там уже Вика крылышки тушит. Немножко будет такой у нас ужин. На быструю руку, бо только ж прибежала с ногтей и не успеваю ничего. Мы прям все празднично решили сделать, позажигали все, а эти белые, ага, зажженные.
И у нас типа чуть-чуть европейский Новый год. Ну, вообще католический, но в Европе в основном, да, Рождество. Рождество, да. А? Дочечка, хоть, может, выпрыгни с пижамы хоть на ужин, зайчик мой. Ты, господи. Пижама... Протестанты, католики, ну, почему-то, ну, вся Европа закрыта, не работают, выходной, а мы же в Европу идем, Украина, так что давайте привыкать немножко праздновать. Мы даже с Владой немножечко... Выпиваем такой напиточек. Это знаете, как я делаю? Это просто пепси. Это просто пепси. Пепси, немножко коньяка, остальное пепси со льдом и очень даже ничего. Ну так легенько, да, и сладенько, и вкусненько. Я с вами. Ну, Вика, да. Вика пасует. Она у нас закодирована. Шучу. Не, просто не пьет. Бывшая алкоголика. Великий. Вот как могли. Как в этом в комментариях мне пишут. Ты алкашка, короче. Ну, когда-то писали. Как может у нас алкашей родиться дитё, которое не пьет вообще? Может, тебя подменили в роддоме? Что это все гадость? Дочечка, кто не пьет, тот не ест. Кто не работает. А это уже Ляш, подавилась. Ух ты, жаба жадная. Я, блин, наоборот, не пью для здоровья. А мне Хатунка немножечко камушков приклеила. Но, конечно, это нужно было клеить, когда делали ресницы, потому что камушки клеятся на пучок ресницы, потом уже с камушком накладывается ресница. А у нас мы забыли вообще, я забыла. И Хатуна, что я на Новый год всегда себе делаю камушки. Не, ну что мелькает там. То она мне так наверх на быструю руку прикляпала. Ну, если что, переделаем. В общем, все. У нас ужин готовится потихонечку. Мы с Владой уже празднуем. Сережка скоро приедет. Поехал где-то за зарядным к машине аккумулятор. К брату. Вот. Так что скоро к вам вернусь уже в полном составе. И Назара еще ждем, где-то должен прийти. Так, мальчишек наших все нету. Короче, мы начинаем втроем. Позвонила Сережке, он говорит, давайте ешьте. Мы подтянемся с Назаром. Назара тоже еще нету. Так что мы начинаем сами. Да, девочки? Всех с праздничком. Кто католики, мы всех поздравляем. Европейцев всех поздравляем. Поэтому не будем делить наши народы. И все праздники. Религии, вернее, да, не народы, а религии. Боже, уже насыпала на стол. Что, Рамадан скоро, да? Не, ну это не значит, что мы там поддерживаем. Но, не, как, в смысле, тоже так. Мы всех уважаем. Во, правильно Влада говорит. Это уже называется начало новогодних праздников. Ой, сынулечка, привет. Привет. А что ты мокрый такой? Ты что, валялся в снегу? Да я пока шел трижды подскользнулся. И что, падал прям? А? Молодец. А что? Ну, потихонечку, там аккуратно надо было. Ясненько. Ну, давай, раздевайся, мой руки и к нам. А что там? К нам за стол присоединяйся, у нас там все, он уже накрыто. А, ну, слушай. Мы уже кушаем. Не, не суши, мы так приготовили там салат с крабовых палочек, очень оливье, хорошо. Макарошки, крылышки, в общем, есть тортик. Торт? Да, твой любимый, кстати. Я решила взять твой любимый, потому что у нас двойной праздник, окончание первого семестра, угу. Да? И какой? Ну и католическое Рождество. Свет вечер. Свет вечер, да. Это типа Новый год на минималках? Ой, раздевайся, минималки. Угу. Иди вот тут возле меня садись. К нам Назарушка присоединился уже. Ну, давай, насыпай, что ты будешь кушать. И все. Ну, сып. А? С крючкой я не буду. Вот твой любимый с креветками. Ой, с креветками, с крабовыми палочками. Хорошо. Давай, кушай. Как дела в школе? Нормально. Сегодня толком даже учебы не было. Я же тебе говорила, что последний день. Сегодня мы просто сидели весь день в телефонах. Да? Да. Ну, разве что на географии еще что-то поделали. Угу.
Я поняла. С академии звонили, сказали, что ты там в онлайне курс прослушал, просмотрел. Вот он я. Здравствуйте. Наконец-то. Мы его дождали. Садись. Кушать. Я себе лапу помыла. Рюмочку я тебе поставила, бо мы с Владой такое на это разбавляем. Легенькое. Это мы отмечаем католическое Рождество? Ну да. Ну, в принципе. Ну, отмечаем, это громко сказано, так чисто. Ну, так трошки, не отмечают, а потом спать ложатся и ждут, когда им в носки подарки положат. А, да? Не, ну мы подарки оставим к нашему Новому году. Ну да? Что, гулять так гулять, давай африканский еще отметим. А потом китайский Новый год, у нас святое. Да, 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 да. Приятного аппетита, папунчик. Всем смачного. Да, все, наш праздничек. А это Вике позвонила Аня, кумы. Да, подружка с детства. Только они когда-то дрались. Это бабочка. Я только рассказывала эту историю в Ладе, господи. Да, просто у Вики подружка есть с детства, это наши кумовья. Она... О, что? А где лента новогодняя, подарочная? Вот там, смотри, в шухлядке там есть. Она украинскоязычная с детства. У нас в семье на русском языке мы с Викой разговаривали, поэтому она была больше русскоязычная. А у кумы они с ребенком на украинском, они сразу прививали украинскую мову, так сказать. И вот тут дети играют у нас и начинают спорить. Та кричит в книжке, что це бабочка Вика, а Аня кричит, це метелик. Ну, метелик — это бабочка на украинском языке. И они чуть ли не до драки ругаются, спорят, пока там им не объясни, что есть два языка, и вот так, и вот так. Ну, в общем, Сережа вспомнил эту историю. И сейчас это Аня звонит, она в Киеве просто живет, поэтому они с Викой очень редко видятся, общаются, ну, в общем, как-то так. Так что Вика от нас покинула, ненадолго, я надеюсь. Вика от нас покинула? Нас, да. Смотрите, у нас еще один член семьи присел. Слушай, в натуре пятнышками весь красными, смотри. Это кровь. От убитых. Загрызенных. Не, макароны нельзя. И селедку нельзя. Иди, селедочку, тихо. Лучик, ну иди, такой у нас обжорка. Иди яблочки вон у Сережи ешь. Он съел. Съел яблочко? Да, погрыз его полностью. Ты еще ему отрежь. Попугай, любимые фрукты — это яблоки и груши. Лучик, давай иди. Ты моя прелесть. Смотри. Сейчас на. Какает мне. Макароны нельзя ему. Ну, ребята. Все, иди. Ау! Вкусный носик. Те наши чудо. Кстати, еще Лучку подарок мне запаковали. Вот как интересно будет распаковывать его. Мы распакуем. Что? Я могу запаковать. Запаковывай. Давай. Надо найти, я не помню, куда его спрятал. Ну все. Представляете, Назар тоже нам приготовил какие-то подарочки. Что-то маленькое. Мы сейчас пытались понять и угадать, и не понимаем. Вот тут написано Вике. Он прям подписал. У Вики что-то легенькое, картон, и как бы коробочка картонная. Это папе. Папе потяжелее и что-то твердое, квадратное. А у меня что-то круглое, тяжеленькое и твердое вообще невозможно. Вот написано маме, папе и Вике. Говорит, собирал деньги месяц и купил нам подарки на Новый год. Прямо интересно. Аж хочется выпытать. Ну, молодец. Пусть даже что-нибудь такое, ну, недорогое, но все равно приятно, умничка. Старался, упаковывал, готовил. Мы сейчас сидим и предполагаем, что у нас за подарки там. Сам прикол, что Назара подарки не знает никто. И Владин мы не знаем. Кроме Вики. Вика знает всех, кроме моих. Да. Ой. А единственный подарок, который знаю, это вот этот квадратный.
Вот такой это... второй по величине. Угу. Ну, я бабушкины знаю. Я знаю вот те все маленькие. Блин, потому, я бабушкам забыла подарок купить. И Владе. У меня денег не хватило. Да? Ну, ничего. Мы бабушке купили от всей семьи. И Владе тоже от всей семьи купили. Ну, все, что было, 200 гривен. Ты моё, и то собрал 200 гривен, ничего себе. За месяц. За месяц? А ты что, пешком ходил со школы? Да. О, и вот ты собирал деньги на проезд? Да. Ты представляешь, 200 гривен. Моё ты, сонечко. А булочки ты покупал, когда я тебе давала? Ты что, Назар, серьезно? Вот это я буду ругать. Так, тихо. Сына. Я же за вас старался. Ну, я понимаю, но мне не нравится, что ты голодный целый день ходил. Кто сказал, что я голодный был? А что ты ел? Если ты я у Димы деньги... еду воровал. Как воровал? Ну, вот брал, он ходил в туалет, я у него брал, откусывал. Да не ври. Да ладно, ладно. Я сначала его бил, а потом отдавал. Ой, боже, ну такой выдумщик. Да ладно, он просто мне давал все. Угу. Короче, Дима тебя подкармливал, пока ты собирал деньги на подарок. Дима, посмотри, это видео ржать будет надо мной. Ой, смешнючий. Боже, такой уже взрослый. Капец, же не верит. Если бы ты хотя бы какую-то подсказку, ну как можно понять, что здесь? Круглая штука, твердая. Оно не разобьется? Да нет. Еще и не бьется. Твердая. По крайней мере, не должно. Твердая ужас, круглая, твердая. Я не могу угадать, что это. Назар. Могу это... сказать последнюю букву. Говори. А. А первая. А что? Надо было раньше. Это пахнет. Да, да. Мыло. Мыло! Я что, дебил мыло дарить? Так мыло на О заканчивается. Мыло, да. Ну может Назар не так. Ну пахнет, понюхай. Мочалка? Не-не-не. Там мочалка такая твердая. Ну что, я буду что, мыло дарить? Ну серьезно, Новый год мыло, мам. Точно мыло, все, мы разодали. А, о, да. Угу. А, стоп, нет, ошибочка. Надо было понюхать, блин. Давайте теперь стреляем. Что, не мыло? Нет, не на А, нет, нет, я перепутал. Не на А? На О? Нет, не на А. На О? Не А. Все, я не могу сказать, я уже перепутал. Точно мыло, все. Да нет, это не мыло. Ну, я что, дебил мыло дарить? У меня было 200 гривен. Назар, не говори так, а то вдруг будет мыло, то это. Мы тебе напомним. Нет, по поводу не дебил. Это не мыло. Ну, пахнет как мыло. Может, это какая-то бомбочка для мыла? Бомбочка? А, да не. А есть такие бомбочки, они круглые? Да, нет, разные есть. Угу. Да ну, чтобы на меня самый дешевый подарок купил, чё шо. Что? Что-то прямо не знаю. Ладно. Ладно, ребятки. В общем, мы уже и натанцевались, и напелись, и насмеялись, и навеселились. У нас был такой вечерний, ой, семейный вечер. Праздничный немножко, да, девочки? Да. Вам понравилось? Очень. Супер. Сережка уже пошел отдыхать. И мы уже тоже будем отдыхать, да, девочки? Все, всех люблю, всех целую. Всем пока. Всех, кто в Европе или католики, поздравляю вас с этим праздником. Потому что мы немножечко не совсем к нему относимся, но все же мы солидарны. Поэтому всех поздравляю. Счастья, здоровья, любви.
радости, в исполнение желаний, всего-всего-всего. И чтобы у вас были самые лучшие подарки сегодня под елочкой. Ну, это относится к тому, кто этот праздник отмечает. Да. Все, пока-пока.